Здравствуйте, дорогие соотечественники. 4 декабря 2023 года, время последнее 16:30. Я сейчас стою возле ЖД вокзала. 4 декабря 2023 года, ЖД вокзал. Вон метро выходит, вот там есть парковки для такси, машин. Вот он сразу в вокзал примыкает. Вон дорога, улица. Прямо это встроено в городе, да? Сколько времени займет человеку с чемоданом зайти в вокзал, попасть на поезд, просто хочу показать смысл. Это центральный вокзал города Рима. Я здесь сколько? 3 миллиона человек. Почему я просто помню, в Астане там построили вокзал новый, там, знаете, 200 миллионов или 250 миллионов долларов. Там по эстакадам надо скакать, чтобы попасть на этот поезд. Вот он, зашел. Билеты здесь берут обычно электронно. Вон касса стоят, там билеты. Для чистоты эксперимента, так сказать. Вот билеты здесь берешь. Вон выход, вон город, вон там машины, там дорога стоит, да? Макдональдс Гейт, это на той стороне дорога. Вон с той стороны выход город тоже. Тоже машины впритык там стоят. И вот вы оттуда можете зайти, вам одна минута займет. Одна минута, да? Кто я там здесь, замешался? Отсюда 30 секунд зайти. Вот, 30 секунд. Вот вы... Там это зал ожидания наверху, а если на поезд вот вон сюда заходите. Вот они, поезда стоят. Здесь у них поезда, и спереди, и сзади электровозы. Вот он стоит. Вот они подгоняют, вот один путь, второй, третий, 10 вот по всему. Вот смотрите, вот туда еще 30 секунд и поезд сел. Не надо по эскалатору никаких лифтов, просто за буквально сколько-то минут. 2 минуты и ты попадешь на поезд. Вон в городе, да, вот смотрите, улица. Автобусы едет вон. Остановка, вон смотрите, вот остановка, да? Автобус. Машину здесь можно принять. Я просто как здесь людям просто добираться, вот твой сумка, берешь никаких эскалаторов, ничего. Как должно вообще быть, да? Как должны строить инженерные решения, как должны находиться на свои разрешения, да? Вот. Вот билеты. Вот купил билет. Ну, 1 минуту ты здесь возьмешь, да? Я к чему? Я в сравнении с этим ЖД вокзалом в Астане, там построили катакомбы. К нему там машину надо за 0,5 километра парковать. Зайдешь, потом рыщешь, куда идти, вверх, вниз, там стоят, показывай. Вот мы идем. Вокзал дошли. Это самый главный вокзал Италии. Да? 51 секунда. Не надо никакие эскалаторы, вот сумками зашел. Вот здесь справа, это пригородные поезда. Это международные, междугородние. Вот. Милан, Неаполь, куда хочешь. Вот смотрите. Поезда, как я говорил уже, это имеет два
этих электроводов спереди и сзади. Он заезжал сюда, и очень удобно, не надо это, по эскалатору ходить, по лестницам ходить. Вот эти билет кассы везде стоят, автоматы. Вот. Вот здесь пробивает через турникет. Ну, сколько? Минус 42. Практически через... Вот через 2 минуты ты, ну, 30 секунд дойти, 2,5 минуты ты на поезде, 3 минуты, да? Не надо никаких эскалаторов, скакать. И вот этих сколько их? 21, 22, 22, 23 пути, 24 пути, 24 пути. Поезда, которые едут со скоростью 250-300 км в час. Вот 24 пути. С этой стороны, с той стороны 29 даже путей заезжает, выезжает, и потом уже их раскидывает диспетчер автоматически. Поезд идет со скоростью 249 км в час. Поезд идет со скоростью 249 км в час. Вода. Если у нас будет скорость поезда в Казахстане со скоростью идти 100-120 км в час, их просто выкинет из колеи. Показал вот поезд итальянский. Вот мы, я еду сейчас 250 км в час, средняя скорость. 2006 года Италии запустили высокоскоростные поезда, которые ездят со скоростью 300 км в час. В течение 15 лет они полностью всю страну построили, по всей стране построили высокоскоростные железнодорожные магистрали. Мы, партия Халык Тандоо, когда придем к власти, в течение 7 лет построим в Казахстане высокоскоростные автобаны. Две полосы в одну сторону, две полосы в обратную сторону, разделительная полоса посередине. Автомашины без проблем могут ездить со скоростью 150-200 км в час. В течение 10 лет, как мы придем к власти, мы по всему Казахстану построим железнодорожные новые магистрали, по которым поезда могут ездить со скоростью 350-400 км в час. Сейчас в Европе есть 300 км в час средние поезда высокоскоростные. Китай, Япония уже показывают 350-400 км в час. 300 км в час ездить в Казахстане – это реально. Для этого надо построить, не просто как вот эти шариковые, постоянно они покупают то тепловоз, то испанские вагоны, но не едут. Почему не едут? Потому что это высокоскоростной поезд – это не то, что поезд и вагоны. Это, в первую очередь, магистрали новые, не советские, их латать не получится. Надо заново выстраивать. Это инфраструктура, это вокзалы современные, это вот эти тепловозы спереди и сзади, как я показывал только что в вокзале Рима. Это технологии, это диспетчерские службы. Если власть этого пожелает, а мы, придя к власти, именно этого будем желать, построить высокоскоростные качественные автомобильные дороги и железнодорожные пути, по которым люди могут ездить 300 км в час, то мы этого добьемся. 130 миллиардов долларов в нацфонде, золотовалютных резервах всегда было, последние 10 лет. Вот сегодня 98 миллиардов золотовалютные резервы. Они 1450 предприятий открыли, ничего не работает. Вагоны строили, самолеты строили, тепловозы строили, компьютеры строили, вертолеты строили. Ни один завод не работает и не будет работать.
пока вы, народ Казахстана, не разозлитесь наконец и не зайдете в политику. Зайти в политику несложно. Под каждым моим видео стоит анкета. Заполните ее, вводите 50 тысяч человек. Мне нужна команда 50 тысяч человек. Как только эту анкету заполнит 50 тысяч человек, в течение месяца мы придем к власти. И вот эти перемены люди почувствуют первый же год. Первый же год мы установим минимальную заработную плату $500, среднюю 2-3 тысячи долларов США. А вот эти прорывные проекты по автомобильным дорогам, по железным дорогам, это у нас программа партии Халтанду еще в 2018 году записана. Делайте выбор, друзья. Выбор всегда за вами. Если вы будете молча сидеть, что-то выжидать, вы будете так жить. Вы будете ездить в этих советских поездах 1930-1940-х годах. Это технологии. В каждом вагоне стоит вот эта буржуйка, которая 30 градусов жару еще больше греет. Зимой мерзнете. Вагоны шатаются на скорости 40 километров, 60, есть угроза, что их перевернутся, и вы постоянно видите, они переворачиваются. 100 километров в час ни один состав в Казахстане не сможет поехать. Так будет вечно, пока вы не решитесь на перемены. Заходите в партию Халык Тандоо. Жаса Казах, Еркін Казах.